Новый год все ближе. Череду праздничных мероприятий открыл парад Дедов Морозов и Снегурочек, которые вместе с героями сказок приехали в наш город со всех поселений района. О том, как весело и сказочно провожали Старый год и готовились к встрече нового, смотрите в следующем материале выпуска. Когда еще услышишь песню «В лесу родилась елочка» в исполнении духового оркестра? Конечно же, только под Новый год. Именно в это время, один раз в году, на Театральной площади можно увидеть столько Дедов Морозов и Снегурочек, которые приехали в районный центр из разных поселений, чтобы дать старт новогодним торжествам. Мы настоящие, из Анастасиевской. Приехали с наилучшими пожеланиями здоровья, счастья. Всего самого хорошего. Ну скажи, Снегурочка, что-нибудь. Чтобы в новом году все желания исполнялись, чтобы всегда звучали песни, веселый смех и, конечно же, танцы. Всего самого вам наилучшего, дорогие земляки. Участников новогоднего парада, а также гостей праздника с наступающим Новым годом поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. От имени главы Славянского района Романа Ивановича Синяковского, от Совета депутатов нашего района разрешите поздравить вас с замечательным событием, с Новым годом, пожелать вашим семьям добра, счастья, удачи, чтобы у вас исполнились все заветные желания. С наступающим Новым годом! Деды Морозы и Снегурочки приехали на праздник вместе со своими помощниками, сказочными героями. Кого здесь только не было. Бабки-ёжки, кощеи, скоморохи, медведи и, конечно же, символ следующего года – крыса. В свой год хочу пожелать всем счастья, а самое главное – здоровья. Со здоровьем приходит все. И деньги, и вообще достаток во всех семьях будет. Обещаю, все будем жить хорошо. Лучше всех. Каждое поселение со своей новогодней делегацией подготовило небольшую концертную программу с танцами и частушками. Пока Деды Морозы и Снегурочки вместе со своими помощниками выступали на сцене, юные славянцы играли в снежки, участвовали в конкурсах, ну и, конечно же, водили хоровод вокруг елочки. И дети, и взрослые были в восторге от праздника. И пусть погода не по-зимнему теплая и бесснежная, настроение было, что ни на есть, новогоднее. Все весело, все понравилось. Конечно, появилось новогоднее настроение, детям очень нравится. Хорошо, здорово. Праздник вообще такой первый раз и очень даже интересно. Детям интересно, вот смотрят. Хороший праздник, хорошее настроение. Много персонажей сказочных, детям нравится. Так, ну мы приехали до станицы Черноярковской. Мы бы хотели бы всех поздравить, всем пожелать всего самого-самого хорошего, светлого, чтобы этот год никак не был хуже, наоборот, всегда лучше, лучше и лучше. С новым, с наступающим Новым годом! От души повеселившись, попив горячего чая, которым угощали всех желающих, юные славянцы отправились в Дом культуры на новогоднее представление под патронажем главы Славянского района. Для ребят выступили артисты Краевого театра с новогодней сказкой. После представления всех ребят ждал сладкий подарок от главы района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».